Всем привет! Сегодня мы покажем вам комплекс упражнений ОФП для укрепления опорно-двигательного аппарата для бегунов. Чтобы запомнить этот комплекс упражнений, достаточно условно поделить ряд выполняемых упражнений на несколько частей. Поделить их в первую очередь на упражнения, влияющие на укрепление связок голеностопа и икроножной мышцы, на упражнения, укрепляющие и прокачивающие крупные мышцы бедра, и упражнения, прокачивающие поясницу и пресс. Некоторые упражнения в силу своих особенностей прокачивают одновременно и те, и другие зоны. Некоторые немного изолированные. Нужно делать специальные серии по несколько подходов в каждой. Упражнения, укрепляющие крупные мышцы бедра, стоит делать по несколько подходов до ощущения жжения. Как только мы почувствуем жжение в ногах, нужно потерпеть несколько секунд, 5-10, и прекратить выполнять упражнения. Отдых между упражнениями в одной серии должен составлять как минимум 1 минуту. То есть, например, если мы делаем стульчик 1 минуту, то и отдыхаем 1 минуту. Там, если мы сделали стульчик 2 минуты, то отдыхаем 1, максимум 2 минуты. То есть мы примерно должны соотносить время упражнения и время отдыха, чтобы они были примерно равными. Можно чередовать между одними упражнениями, допустим, силовыми на бедра, можно делать в перерывах упражнения на укрепление того же самого голеностопа. То есть здесь можно варьировать как вам угодно, и, кстати, это также сэкономит ваше время. Ну что, приступим?
Итак, мы выполнили комплекс упражнений ОФП на укрепление и прокачку опорно-двигательного аппарата трейл-раннера для того, чтобы наши ноги выдерживали большие длительные нагрузки, были сильнее и выносливее. Комплекс упражнений на укрепление опорно-двигательного аппарата стоит включать в свои тренировки достаточно регулярно. Основной акцент и упор на укрепление ног, спины, пресса стоит делать в зимний подготовительный период, а летом можно просто поддерживать форму, допустим, раз в неделю проводить эти упражнения. Можно два раза в неделю, но зимой мы делаем основной акцент. Тренируйтесь с умом, укрепляйте свое тело, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!